Привет. Сегодня у нас с вами в эфире еще одна интересная тема. Такая тема, как Каталина с испепелителями в рейдах. В данный момент у нас есть оборона рубежа против детишек рассвета, тяжелая, за электроникой. Поехали. У меня этот крафт собран как максимальный просто суппорт. Естественно, здесь два испепелителя в качестве оружия. Есть гепард, который у нас ускоряет перезарядку имеющегося также на борту инвиза, а также есть радар-детектор, что будет полезно не только мне, но и всем союзникам, ну и, само собой, маховик. Вообще, детишки рассвета на самом деле прям, ну, очень бесящая фракция такая в рейдах, прям кошмар. Степные волки намного приятнее, мусорщики тоже намного приятнее, чем они, но здесь у нас они еще и на мосту, да и за электроникой, в принципе. Электронику фармить надо, по крайней мере, по заданькам. Карта тоже удобная. Посмотрим, короче говоря, как пойдет. Итак, мы тут вдвоем, а нет, уже втроем. Я думал, вдвоем с челиком, у которого нет даже напарника, но он, видимо, просто-напросто еще грузился. Все, нас уже четыре. 15 500 ОМА вообще у четвертого союза подошедшего, да. Это жестко. Это, конечно, солидно усилит наших врагов в этой катке. И пойду-ка я, короче говоря. Ладно, сюда пойду. Чё-то союзники мои не особо торопятся ко мне приезжать. Да, там испепелитель поехал. Чё, зачем он нам нужен? Фу-суппорт, какая гадость, зачем вообще? А у меня тем временем первый стак уже, второй стак уже есть, смотри. И весьма неплохо... Погодите-ка, ты сгорел? Ты сгорел, да, все, пока. Весьма неплохо уже прогорели жопоньки врагов. Ну, у турели же сейчас с испепелителями, понятное дело, это вообще совершенно бесперспективное занятие. Ты там что, справишься? Справится. Он же тошнитель, что ему не справится-то? Ты не против, я тут это заберу, да? Спасибо огромное. Так, так, так. А, ну, наши союзники заняты расстреливанием моста, правильно, как бы. Зачем? Зачем нам тут всякого вот этого там ботов каких-то, что-то вышку защищать? Давайте лучше сломаем мост. Так, враги пошли оттуда. Жаль. Удобнее было бы, если бы отсюда, сзади. Ни хрена, какая огромная туша катает. Туша, пропусти. Спасибо. И раз, два. И инвиз. Все. Моя миссия выполнена. Я как Дед Мороз. Пару дней в году понапрягался, потом весь год отдыхаешь. Так, испепелитель в рейде. Зашвырнул канистры и все. А главное, там дальше союзы. Должны сделать. Черное дело. Пока твой враг раскален. Погоди, не, давай сюда. Да ладно, шутейки на самом деле. Испепелителем тоже надо активно довольно-таки работать, чтобы по кулдауну зашвыривать и разогревать тех красных. У меня тем временем уже 6 стаков. Стаков 6, а союзников возле меня 0. Зеро. Классно. Тихо, 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 обрадовались. Союза, а вы там ничего не забыли? Вот у меня такой вопрос на секундочку. Я, конечно, в принципе, так-то не настаиваю. Они там что вообще убивают? Одно что ли этого? Охренеть, да эти два. Блин, мне хочется куда-нибудь спрятаться. Я... Чё-то... Да отвали ты от меня, искра. Если я еще умудрюсь кого-нибудь передамажить в этом бою, вот это, наверное, будет номер. Уберите, пожалуйста, эту искру, она бесит. Спасибо. Так, поставлю-ка я сюда турели. Походу дела, турель у меня будет самым надежным другом. Отлично, все, сразу третий тир. И раз, и два. С мором, на самом деле, со спепелителем тоже хорошо. Когда ты зашуриваешь зелеными соплями врага, очень часто половина врагов, вообще половина волны, дохнет. На этом пламени, давай ты отойдешь от меня, молодец. Да хватит так делать, чуть до меня искры-то докопались, блин. Может быть, ботам тоже не нравится, что я часто играю с Юнваном? Да уйди ты от меня нафиг. Кажется, мне кранты. Погоди, я попытаюсь сейчас отсюда убежать? У меня это даже получится? Так, отлично. Запасики взяты. О, как высоко-то я из пепы сейчас свои задрал. Высоко и бессмысленно. Погоди, надо в инвизе посидеть, а то они что, вообще возбудились очень сильно. Эти красные. Да, мы только-только-только дошли до главаря. Долго, на самом деле, очень долго убиваем. Когда... Сам был за рулем тошнителя воза, было намного прям бодрее, веселее все вот это вот. Ты что, на голову мне спрыгнешь, да? Нет? О, он шел так, что я уже подумал, все, сейчас будет эпик джамп. Прям мне в репу.
Да, ну левее он левее. Это ж, смотрите, вот, смотри, враг тут. Чел с союзами. У нас тут еще есть пепелители, кстати, два. И у нас с чем второй? Второй испепелитель у нас тоже с Каталиной. Так, звать тебя как индеец. Замечательно. Какой-то индеец с канистрой бензина. Вот с ним мы и будем сегодня соревноваться. Видимо. Так, погоди, чуть назад. А теперь чуть вперед. У меня на самом деле хп 424. Это обозначает только одно. Совсем немного надо этим ботом меня попежить, чтобы... Ты что, ты остановился? Ты что, ты стесняешься? Иди... Да иди сюда, ты пьяная лодка! Чтобы отправить меня в аут, отправить на респ и заставить по новой набирать стаки на Каталину. Я, понятное дело, ни разу не хочу этого делать. Мне нравится то, что у меня 10 стаков есть. Как бы зачем что-либо еще? Но не исключено, что придется. Да. Союзники, кстати, весьма неплохо начали работать по суппорту, по крайней мере... Ой, а куда я сейчас канистру-то кинул? Мне туда-то канистру кидать не надо было, но я кинул. Ладно. Когда враги приезжают вот так вот, прям все близко-близко, и радостно к союзникам прям под морды, они очень быстро разбирают этих врагов, надо признаться. То есть в этом плане прям молодцы. Что там, последний у нас остался снайпер? Давай, последний снайпер. Эть? Потрясающе. Сейчас бы еще сгорел. Ну куда ты там? Там у нас один, главное, союз вышел, да, и держит его, и убить не может. Или нет? Что происходит? Где? Где эта фиолетовая раскоряга? Где ты? Что ты делаешь? Зачем ты нюхаешь стену? Объясни, пожалуйста. Он спрятался. Он просто хотел жить, наверное. Не знаю. Но я его забрал, это главное. А у нас там новая волна уже на подходе. И мои 10 стаков радостно реализуются. Погоди, чуть назад. Вот так хорошо. Так, раз. Не надо. Два. Три. Тихо, стой. В инвиз. Нахрен. Отвлечь от себя врагов. Там есть гораздо более крепкие союзы, чем мой хлипкий саппорт. С лишним бензином в канистрах, судя по всему. Давайте, давайте на меня, зараз такие. Так, уходим. Вот вам турель. Убивайтесь об нее. И раз. Давай, и два. Отремонтирует. Турель! Я тебя ремонтирую, а ты меня даже не защищаешь. Ах ты, сволочь. Ты посмотри, какая эгоистка. Искусственно интеллектуальная. Ладно, я сейчас подожгу жопеньку профессору и уйду в бэкспейс. А я пытаюсь повернуть, но ничего не получается. Ладно. Бэкспейсим себя. Просто радостно бэкспейсим. Вернуться в бой. Где курсор? Вот он. Столько мельтешения на экране. Вообще, даже курсор не сразу видно. Нахрен, нахрен, я в инвизе посижу. А хорош у него, быстро там что-то лопнуло-то. Он еще стоит в четырех лужах огня вроде как. У нас же два из пепа здесь. Индеец, индеец, ты меня там перегнал уже? Финальная волна врагов. И на финальную волну врагов я остался с одним стаком Каталины. С одним. Вот так. Так, индеец там тоже швыряет наперед и правильно делает. А я сюда, и я вон вис. Так, два стака. Два стака. Очень интересно посмотреть такую опцию, как Каталина со спепелителем в ПВП. Три стака есть, хорошо. Так, не надо на меня смотреть, не надо на меня поворачиваться, ты! Так, готово, оно сгорело, 4 стака уже есть. Быстро набирается, на самом деле, хорошо. Но лучше бы я был на острие атаки на том фланге. Давай сюда это. Хорош. Звук был такой, как будто у меня огонь начал тухнуть в воде. Давай, не надо, ты! Погоди, сделаем так и... Ой, нет, не сделаем, назад. Вот выпустили их отсюда и все. Здесь, кстати, давай-ка этого под... Подбомблю чуть-чуточку. Оп, вот так. Хорошо. Все, еще он отъедет. У него там взрывной элемент есть. Хорошо.
Подрыв сработал. Ну что, ребята, где наш финальный босс? Финальный босс и момент истины с результатами. Это он готов? А, рано еще финальному боссу, да? Да-да-да, рано, вон еще волна. Я иду. Индеец, смотри, на опережение начал работать. О, какой хитрый. Тихо, меня тут не было вообще никогда. Так, замечательно. Замечательно, соберу снаряды. Пусть здесь лучим. Стаков тем временем пока что еще только семерка. То есть не успел порядочно накопить, разогреться к подходу босса. Можно на Каталине, в принципе, собирать колесный крафт, да делать его покрепче. Я сейчас просто взял то, что более привычно мне для рейдов, по крайней мере. В случае вот такого оружия. Более привычный мне вот такой вот крафт. И обычно у меня нормальная опция под ПВЕ это был мор со спепелителями. А на море-то что, никаких стаков ты там? Накатал перк кабины, жмыхнул под зелеными соплями и половина врагов сгорела нахрен. Так, идете, да? Давайте, идите, подходите. Вот так вот двойную сразу кину и туда, кстати, смотри, попал. И там подогрел. Другой вопрос, что те, кто... Те, у кого жопонька вдали загорается, они сюда уже остывшими приезжают. Думал, сейчас этому, кстати, ховер тараном отобью раскаленный. Не удалось. У меня тем временем 10 стаков, то есть к боссу я готов чуть более чем полностью. Это хорошо. А индеец, кстати, да отвали ты от меня, что мне искры-то так достают, а? Индеец, кстати, по-моему, вообще еще ни разу не сдох, да? Я не обратил внимания как-то на этот момент, но, по-моему, да. Так, 1212 там поддержка засчитала. Сейчас слева еще одна пачка. Вот, да-да-да, вот это шестерочка. И раз, два. Летят на пролом, такие к нам несутся. А фиг тебе, я в инвиз зайду. Вот что хоть что с этим и делай. Сейчас там снесут нашу турель. И раз, два, хорошо. И у меня тем временем ноль снарядов. Сейчас босс приедет, а я ему как бы чего? Камнем кидаться буду? Или из рогатки постреляем? Челик пишет, а такую цель, а такую я бы тоже атаковал, да мне нечем. Так, все, двенашка есть. Можно возвращаться, этого хватит уже на полтора рейда. Ага. Тихо! Сидел такой в кустах мертвым, притворялся и притворялся настолько хорошо, что я ему почти поверил. Засранец. Ну, давай, процессор. Ой, как ты хорошо и грамотно все свои барьеры и все прочее поставил прямо в огненные лужи. Прям лапушка, а не босс. Это еще тебе, пацаны, он подогрел. Эх, все. Все, завязывай. Обрадовался такой, суппорт избивать начал. Ну и что, что суппорт злой? С 10 стаками. Вот я вижу, он третий раз в перепугу даже не попал. Но у нас тем временем победа. Момент истины, окно результатов. 1871. Испепелитель выходит в топ. На втором месте другой испепелитель. При условии, что у нас тошики были в катке. Давай для закрепления результата еще разок. Поехали. Итак, нас пока что, по крайней мере, двое. Чувак на красивом крафте с двумя тошками, он, по-моему, уже у нас был и в прошлом бою. Но меня, если честно, немного напрягает собранность этого тошнителя. Если нам сейчас на двоих надо будет тащить всю катку, это будет вообще пипец как печально. Блин, а немножко не успел оттормозиться, чтобы не попасть в собственный огонь. Тихо. Дети рассвета, бесячие лазерные сволочи. Это мой вердикт. И тем временем, кстати, стоило мне нарваться на толпу из мобов, как нам закинуло еще двух союзников. Мобы резко словили буст, озверели и начали рвать пополам мой крафт. Козлы. Короткий вердикт, опять же. Слушайте, давайте вы от меня отвалите. Тошнитель! Собираешься там чесаться или хоть что-нибудь, блин, делать? Или я и греть, и убивать должен сам? Сам погрел, сам скушал. Все правильно. Так, у нас там есть чел с чем-то пулевым. Там, по-моему, миниган, если я не ошибаюсь. И по ощущениям еще один испеп, да, вон там? Испеп?
Судя по всему, да, это из пепла. А у нас эй. Эй, турель, отпусти, дура! Я застрял на турели! Фу, блин, ладно, все нормально, живем. Да, у нас второй из пеп, и причем он с мором. Да не надо в меня стрелять, не надо, откисни нахрен. Вот испепелителя с мором перестрелять будет настолько трудно, что, скорее всего, практически невозможно. Но я попытаюсь. Так. И раз, два. Одну поближе, вторую подальше. Он там турель еще уронил прям в огонь. Молодец такой. Ой, молодец, капец, молодец. Раз, два. Отходим. Хорошо, хорошо. Не, пока что все хорошо идет. Ладно, нормально. Если не учитывать тот факт, что у меня нос крафта уже наполовину сломан. И еще раз давай. А, у меня эти числа не дали, 29 еще там. Строю! Строитель! Так, это тебе. Извиняюсь, что помешал союзу, зато теперь вы возьмете его тепленьким и по-быстрому. Ну, где там следующая пачка? Вот она идет. И раз, два. Хорошо. Так, я в инвиз. Да отвалишь ты от меня, ты мерзопакостная хрень. Не трогайте меня своими искрами, не надо. Так, сзади лезет. Вон там сейчас выйдет союзником на жопеньку, прям прыгнет. А мне стрелять-то и нечем. Дайте мне вот этого, спасибо. Союз сзади. А, блин, как все неудобно в этом бою, прям кошмар, просто кошмар. Дети рассвета, бесячие сволочи. Сколько раз я их уже обозвал только за эту катку? По-моему, много. Сучка там кричит, нужна помощь. Так да, нужна. Вон сзади там главарь вылез. Процессор. Иди сюда, профессор. Не пойду я далеко от союзов. Хотя они подтягиваются, тогда ладно, тогда пойду. А то если уходить далеко от союзов, мобы начинают на тебя агриться, начинаешь от них там еще, может, убегать в какую-нибудь не ту сторону, только время растягиваешь на весь этот процесс, нафига это делать, как бы. Есть еще такие единалы, которые любят убежать куда-нибудь к боссу и стоять с ним, типа, драться там один на один. И не важно, что они его убивают целый день. А в это время, блин, пати вынуждена либо стоять это целый день ждать, пока они там босса замочат, либо переться через полкарты к ним, чтобы помогать им реализовывать эти амбиции убийцы босса. Давай не надо тыкать в меня аврорами, спасибо. Так. Собираем снарядики. А то что-то без снарядов, если честно, как не стреляют почему-то из пепелителя. Загадочно, конечно, но факт. Ой, а здесь-то какая туша стоит. Тошните. Ой, второй спеп правильно сделал, что сразу на него закинул на самом. Слушай, давай мост обрушим. Ну так чисто поржать. Могу я это сделать и с пепами? Сейчас проверим. Лучше бы я, конечно, потратил испепелителя на то, чтобы вот сюда зашвырнуть. Канистра-то. Вон тут союзнику вообще уже под бок приехали. Союз, извини, я суппорчу. Как могу. Вот, все готово. То что-то немножко так расслабился, отвлекся. И раз. Вот это было хорошо. По загривку-то ему канистра прилетела. Так, там без меня. Да, без меня справится. Хорошо. Как он... Ни хрена он протаранил. Это союз за союз вообще загорелся. Так, еще пачка оттуда. Прекрасно. Второй испепелитель у нас тоже уже наготове. Это... Я, извини, я пытаюсь слезть с твоей головы. Извини. Все, вот, все, да. Все нормально. Все хорошо. И раз. Все в огне, просто все. Не, в принципе, когда два из пепа в катке, и при этом... Надо же было так, а? И при этом есть кому нормально убивать мобов, толковые союзы с огнестрелом или стошками, то почему бы и нет? Часто бывает так, я в одном из предыдущих видосов просто рейдов говорил, что когда два из пепа в катке, это прям вот грусть, печаль, тоска зеленая. Не всегда, конечно, не всегда, но... На левиафанах часто такое бывает. Так, приближается главарь. Приближается отсюда. Давай, иди сюда. Мы тебя ждем. Очень-очень.
Давай, давай, заходи, заходи, заходи. Ой, а я вон виз, представляешь, что же делать? Эй, не надо, слышь, я ненавижу этих детишек от света. Так, на вот тебе, грейся. Блин, зараза, не долетел даже. Но пока он был разогрет, Тошик быстро его разобрал. Тошик, внезапно, это же тот же, который был в прошлой катке, да? Он что-то в прошлой катке прям томатил, а тут прям рвет вообще как не в себя, красавчик. И раз, давай. Тихо, назад. Там опять испепелителя гоняют этого. Погоди, давай ему поможем хоть немножко. Так, ладно, у нас все пока что довольно неплохо. Но что-то у меня сейчас по ощущениям, что набрал я результат меньше, чем в предыдущий раз. Посмотрим, конечно, сейчас, как дальше еще развернется. Так, раз. Давай-ка, наверное, немножко с этой турели стряхнем моба. Хотя тоже, блин, ты турели защищаешь, а они тебя почти нет. Туда вообще промазал. Правильно. Естественно, ты будешь набирать меньше результата, если ты не будешь попадать хотя бы по врагу-то. Так, снаряды я забрал. Забрал, прекрасно. Еще пачка сейчас вылезет отсюда. Вылезай, пачка, мы готовы. И да, по ходу дела я сейчас опять под финального босса буду набирать стаки сначала. С нуля. Не могу. Ой, здрасте. Вы откуда такой? Он тут вообще что-то кувыркался. Парень, по ходу дела, спортом занимается, пока война идет. Дал мне немножко поджопни. А куда эта турелевозка ускакала? Ай, хрен с ней, ладно, ускакала. И пускай там новая пачка мобов. Такая большая, жирная, сочная. А я тут за одной тушей гоняюсь. И не хочу за ней гоняться. Я тоже хочу поучаствовать в пиршестве, так сказать. Оп. Один хрен, один турельный моб ничего вышки не сделает, так что это не беда. А убивать его буду долго, с учетом того, что он постоянно катается. Будь у меня какие-нибудь там тошки, опять же, или миниганы, тогда еще, да, был бы смысл за ним побегать. А так ты бегать офигеешь, похудеешь еще. Чудненько, прям подбил его канистрой, красиво так. А этот последний турелевоз, ты посмотри, он так и носится. Эй! Охренеть ты шустро. Смотри, кстати, как он красиво остановился. Мы вдвоем со спепелителем зашвырнули ему на опережение канистры, а он остановился просто ровно под них. И, кстати, судя по релоуду, этот испепелитель с апнутым оружием. Мы с ним одновременно выстрелили, а он перезарядился на порядок быстрее, чем я. У него, по ходу дела, из пепа апнуто на релоад. Тогда точно ничего не будет удивительного, если он меня перестреляет. У меня есть пепелитель стоковый. Я сейчас со своего аккаунта сижу, не с прицака. Но мне тут тоже фармить надо. Если есть какая-то сборка, которую вы запрашивали в комментариях, она у меня есть на моем маке, естественно, я пойду показывать со своего аккаунта, чтобы заодно и покачаться, а не просто там повоевать, записать видосик. Так, да, чуть назад отойду, а то как-то они тут совсем обрадовались. Сейчас этого, по ходу дела, союз еще подрежет. Опа, а вот и главарь. А я в перезарядке. Что-то из серии «Вдруг война», а я уставший. Ты куда пошел-то, главарь? Ты мог просто назад немножко отвернуть и сразу бы к нам приехал. Ты что-то какими-то, блин, окольными путями. Он вообще пошел с турелями обниматься, алло? Блин, знал бы я заранее, что он там остановится. Эй, тихо! Охренеть, ты злой, ты псих. А теперь ты уехал. Ну, немножко я его успел покоцать. Не взял я в этот раз первое место. 1647 очков. Но! Я взял второе место. А тот испепелитель, который, если мне не показалось, конечно, был апнутый, был с кабиной мор. Ну, практически тот же самый результат. В принципе, 1642 и 47. Что это? Так, если еще с каким-то оружием хочется посмотреть Каталину в рейдах, опять же, пишите. У меня много запросов от вас выписано наперед по поводу Каталины с различными пушками в ПВП. Но про ПВЕ, кроме тошнителей и испепелителей, если не ошибаюсь, вообще ничего и не было. Так что, если хотите, пишите. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.